Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, 14 день, забираем с тобой один несчастный, задрипанный билетик. Хочу, чтобы все были лидерами. Хочет он, чтобы все были лидерами. Да, не видел он тех времен, когда у меня тут ругались из-за вот этого всего, что кто-то кого-то выгоняет, что-то там дуется, обижается там. Блин, я задолбался, ребята, в тот момент всем доказывать, чего-то объяснять. Так, маневр на супербайке. Давай, наверное, поменяем маневр на супербайке. Просто маневр 500 метров, вот это я понимаю. Ребят, так, что у нас? 6000 кубков у нас с тобой впереди, так что погнали! Уже вообще с ума схожу. Ладно, давай-ка мы с тобой сейчас... Да что ты делаешь-то, старый прыщ? Взять вот этого... Да, не, подожди, пень, по-моему, недавно был. Пень был, ребят, я не хочу за пень играть. Я лучше сыграю... Вот, вот. Слушай, по-моему, тоже было недавно. Ну, фиг с ним, фиг с ним. Пускай лучше будет девочка-варвар или викинг, я не знаю, как ее тут назвать. Врага там шлеме. Маслкар, как всегда, ребят, там прыщелыга лезет ко мне. Ну, не знаю, посмотрим. Может быть, получится все-таки у нас тут оторваться от него. Ну, вроде как уже получилось. Шига-дрыга. Но он не отставал, не отставал. Друзья мои, сейчас смотрел, ну, заходил в Steam. Столько новинок, столько новых, ребята, игр вышло. Я не знаю, как вообще успевать в них играть, а, друзья мои. Пятиминутку по обзору каждой игры. Вчера релизы вышли, сегодня вышли релизы. Блин, я даже, ребят, ну, честно сказать, даже не знаю, что делать. У нас даже вышел этот. Помнишь, мы играли на втором канале? Этот, стратегия, это Звездный десант. Блин, сегодня продолжение вышло, ребята. Rising Hell. Вот я не знаю, хотелось бы купить. Блин, стоит, правда... Да что он, в принципе, стоит не очень дорого. 400 рублей, по-моему, DLC-шка стоит. Но если сравнить, ребят, с игрой, то игра где-то столько же стоила, я имею в виду полноценно. Нет, по-моему, там чуть подороже, 600 стоило. Но не факт. Просто думаю, блин, взять, поиграть. Стратежка-то прикольная, все, наверное, помнят. Так, весенний город, день чудесный. Ребят, ну если в городе, можно, в принципе... Кстати, прокачивать-то будем тачку-то? Так, так, ну, в принципе, нормуль. Блин, а в городе на чем можно, ребят? Давай попробуем на маслкаре проехаться. Черт подери, это же город, город. Город, так, я тут не один, ребята, тут нас аж целых трое. И, по-моему, так правильно, ребята, у него вон выпендрежка стоит. Чего? Это что там фура себе позволяет? Ты посмотри. Ты посмотри на этого ястреба. Ястребок, блин. Ты серьезно? Ребят, я не могу угнаться. Так правильно, у них у всех стоят нитро и тому подобное. А у меня ни шиша нет, вообще никакого нитро. Ни нитро, ни вшивого этого ускорителя нету. Ничего, так что. Так, один там довыделывался, смотрю. Один сразу, ребята, пошел кормить. Кого там, я не знаю, кого он там пошел кормить. Да опять эта фура лезет. Ну ёпрасете, блин, ну смотри. Так, этот, ребята, тоже, я смотрю, да выпендривался. Это как... Да выпендривался, блин. Ай, да, Рейчик, да выпендривался, и ты да выпендривался вместе с ними, со всеми. Почему у меня вот эта штука зеленая не выпадает, а, друзья? Может быть, она где-то на каком-то ивенте была? Я вот сколько играю, сколько мы с тобой призов берем, ее даже рядом нету. Интересно, каким я сейчас по счету? Я не посмотрел по баллам, ребят. Да как ты меня достал, а, фура, блин. Фура, нецелин, говняный, а. Ты посмотри, а.
Ну правильно, ему проще на нитро взять и пролететь. А мне, извини меня, без нитро, без всего. Шпарь как этот. Да чтоб тебе, ты... Такой нубас он, ё-моё, третье место, ребята. Такой нубло, блин. Чуть-чуть что-то тронул, все. Все, ребята, сразу башка секир. Чушь полнейшая какая-то, а не машина, ребята. Я не отправился. Вот, это бредятина. Просто, ребят, бредятина. Гран-при каньон. Гран-при каньон, мы, по-моему, в тот раз с тобой неплохо проехали на баге. Хотя тут, смотри, чудовище есть. Чудовище-то вроде тоже так неплохо, ребята, гоняет. Нет! Не надо, блин, ну зачем ты взял горючку, блин, ну твою налево, а? Да доезжай ты, господи, но пинка такого еще дали. Смачного. Так, ты посмотри, тут какая... А, все, ребят, финиш. А ККМ-ка-то молодец. Лезет, знаешь ли, как говорится, в каждой бочке затычка, блин. Так, вот здесь вот особо сильно не подлетаем, ребят. Ну, не знаю, маслкар тут впереди, а тут уже финиш, по-моему, друзья мои. Моя тачка туда, к сожалению, не залетит. Ну ладно, хотя бы вторым, фиг с ним. Так, ну что, друзья мои, надо брать как-то, я не знаю, первое место. Смотри, что маслкар делает. Че? Че он у него такой прыгучий-то? Я не пойму, летучий, прыгучий. Ха, ну бас. Тут-то я тебя и подрезал. Шпонька. Тут-то я тебя и подрезал, ну бас. Так, у меня сколько, ребят? А, у меня первое место. Нормальненько, я тебе скажу. Хорошо прокатились. Так, давай заберем здесь награду. Что, блин, за маневр, а? Маневр. Так, ну что, едем дальше. У нас первый снег, ребят. На первом снежку мы, наверное, поедем вот на этой машине. На нашей, на ХКР-ке. Ну так надо, ребят. Потому что первый снег, понимаешь? Первый снег, у меня колеса заточены здесь как раз под первый снежок. Так, а тут, по-моему, все ролики, ребят. Как я посмотрю. Все раллийные авто гнали. Этот еще и с турбинами, ну, с этими. Ну, ты понял, да? Со своими пшикалками недоношенными ехал. Правда, я не слышал, чтобы он их применял, если честно. Он, наверное, хотел их применить. Вон, 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 что-то там пшикает, ребят. Что-то пытается пшикнуть. Пшикоголовый-то этот. Хрюндель. Да, конечно. Этот там еще несется на своих парах. Короче, все они, как говорится, выкусили от меня. По полной, блин, программе. Отлично. Так, главное не перевернуться тут. Ой, нормально. Твою-то... И не только я, да? Нет, один, ребята, все-таки там нормально. Выкрутился. Не надо! Хлыщ недоваренный уже лезет там. Посмотри на него, а. Че, как говорится, молоко на губах не обсохло. А просто такую вещь, да? Что-то с призами вообще, ребята, просто зажали конкретно, понимаешь, по призам. Давай попробуем трассу Билла проехать на нашей... на нашем... Как там? На нашей супертачке, короче. Ну этот-то смотри, с чем сидит, ребята. Он-то с чем едет. Ну ты видел, да, что у него там стоит? У него стоит нагнетатель, турбины. У меня-то нет никаких турбин. Но зато у меня колеса, ребят, прокачанные.
И, кстати, он здесь не проехал бы, знаешь, почему? Потому что здесь бензина не было. Бензина не было, я сколько ехал, что-то я не видел, чтобы там бенз был. А она... прожорливая машинка-то. В плане горючки-то. Так что здесь он... наверное, чутко обделался. Взяв их, конечно же, с собой. Так, у меня у самого сейчас, ребят, с бензином проблема. А, вот. Я бензинчик подобрал, как говорится, и я дальше погнал. Все, все. Вопросов нет, вопросов нет. Ну и молодцы. Так. Ребят, я не могу понять, что вот это за тачка? Что это за скин? Или это новая тачка? Я не могу просто понять. Вот там, видел сзади красная? Что-то я не признаю ее просто. Не могу узнать. По-моему, чувак там перевернулся. Причем так красивенько полетел вниз головой. Не знаю, встал он на колеса или нет. Я видел, что он там лежал, как говорится, кверху брюхом. Да. Так, ну я забираю. Так, что у нас тут? Колесный ускоритель. Управление. Такой себе. Городская езда, кубок вода. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут, ребята. Да что ж ты так под водой там? Зеленое говно, что ли, ребята, там? Ну да. У него пшикало стоит. Не знаю я, что с этим пшикалом делать. Вот серьезно тебе, я просто, ребят, не знаю. Я не могу их обогнать из-за вот этой вот фигни, которую они там распрыскивают. Зеленую там, скажем. Я не могу их победить. Они слишком быстрые. Уж насколько кажется, эта тачка должна быть скоростная. Нет, он, ребята, этот вспрыск делает и все. Пипец какой-то, просто пипец, ребята. Так, ну я все равно первый, да? Я все равно, ребята, первый. Нечестно. Так, ну что, поедем, наверное, мы с тобой вот на супер дизеле. Крокодилов всех гонять. Там на баге, на чем-то только не шпарят. Ну, это, в принципе, по барабану. Первое место взято, все. Давай дальше. Опа, хорош. Ну что, друзья мои, последняя гонка и... Слушай, ну мы здесь довольно быстро с тобой. Блин, тут, конечно... Это что? Вот это сейчас... Что было, друзья? Что... Да, последнее, конечно, одно сплошное разочарование сейчас было. Ну что это было за езда такая? Ну, согласись. А зачем ты, Рэй, взял супердизель? Скажи-ка мне на голову. Скажи-ка мне на милость, ты нафига взял супердизель, дурачок? Ёк-макарёк, друзья мои. Вот это да, вот это вот. Это пипец просто. Слушай, а тут чувак на Буране. Да ладно, они там все врезались, что ли? Они все врезались, прикинь, они не смогли перепрыгнуть, ребят. Ну, они, конечно, там по низу проехали, но они не смогли, а я-то смог. Тем более, что-то даже немножко тихо вот здесь надо, ребят. Потому что головой треснешься, и все. А это что? Это выскочка, ребят, у нас. Опа. Да, выскочка что-то... Выскочка, ребята, тут сделала нас всех. Не знаю, правда,
как он умудрился? Это же всего лишь навсего выскочка, друзья мои. Вот это, кстати, самое опасное для меня. Ну что ты, еле-еле... Интересно, выиграем или нет? Я удивлен, ребят, выиграли. Сделали паршивцев. Молодцы, по красоте. Так, что, опять зима на носу? Опять зима на носу, ну, точно, ребята. Сколько тут зим-то? Одни зимы, зимушки, зимушки, зимы. Че ты несешь, Рей? Так. Ребят, все видят прекрасно, что здесь. Да уж. Вот это, что за машина, ребят, впереди? Че, я никак не могу понять, что за тачка с такими колесами, с такими... Вот это я сейчас тут... А, не, нормально. Слушай, а тут что, одна гонка, походу, идет? Смотри, какая длинная трасса. Воу! Какой лофуил! Не, ребят, ну какой лофуил, блин? Серьезно? Ну, доедь, пожалуйста, ну. Ребята, видимо, мы с вами не одни были такие на лофуиле. Потому что там все ехали еле-еле. Но мы с тобой дотянули. Да и мало того, что дотянули, мы еще и первое место взяли. Что это за машина? Я не могу ее понять, узнать. По-моему, это из нового, друзья. Это из нового, по-моему. Ох ты, давно мы с тобой, кстати, не катались в кубке сумрачной дрезины. Че там, опять вертухаи? Да, ребят, опять вертухаи. Смотри-ка, как мы с тобой, э? Он так, ребят, он так начал старт. И так чмошевски пришел. Вторым, правда, но все равно чмоха. Он же чмоха. Самый настоящий, ребята, чмоха. Так, кто у нас там сзади? Ага, маслкар. Да куда ты, гад, лезешь, блин? Лезет он. Я же говорю, еще, ребята, молоко на губах не обсохло. Куда-то лезет еще. Максимум, куда он может слазить, это своим пальцем себе в нос. Вот, вот он туда, вот он может слазить. И найти там клад какой-нибудь, блин. А не сюда, блин, как говорится, лезть. Во взрослые, блин, дела, да, друзья мои? Три гонки всего лишь здесь было, все. Мы по красоте с вами сделали. Угу. Слушай, а маневр я так и не завершил, по ходу дела. Что за маневр? Так, большой воздушный кубок. Ну что, ребят, на воздушном кубке что мы сделаем с вами? Поедем? Покатаемся? Это будет смешно. Так, ну, во-первых, давай посмотрим, что тут у нас стоит. Бредятина какая-то стоит. Вот это убери. Вот это тоже убери. Убрали что? А, ну, во-первых, вот это надо поставить. Это раз. Монетный ускоритель. Ну, я не знаю, давай просто посмотрим, ребят. О, дурила ты деревянная, все, ребят. Ты по... Ну, хотя бы здесь-то возьми. Опасно с этой штукой ездить. Да, я не спорю, ребята, скорость нагнетает офигенно, но... Ну это, как его назвать-то? Топливо, расход топлива просто... Заоблачный. Просто, ребят, заоблачный.
Автобус, куда ты лезешь? А что с... Не понял я. А что случилось-то там? Чего, блин? А что случилось? Встал, а что-то резко там остановилось, непонятно почему, блин. Я вроде не отпускал, ребята, кнопку. Да. Но все равно я первый. Ну, каждого своя, конечно, сказка побед, но у меня здесь первый. Нет, что-то как-то не так. Ну что, ребят, в подземке на баги поедем? Посмотрим. Опять? Опять он со своим вспрыскивателем этим. Маслкар, вали нафиг, а, пожалуйста. Черт подери. Все бы хорошо в машине, но не хватает скорости. Она едет, ну как сказать, она очень хорошо едет вверх. Она очень хорошо едет вверх по всяким вот этим уступам. Но теряет скорости. Особенно, когда приземляется куда-нибудь или еще что-нибудь в этом роде делает. Вот она когда падает, вот она... Как тебе объяснить? Вот она падает, пока заднее колесо, ребята, у нее не бустанет. Она не поедет. То есть ей нужен вот этот вот рывок, блин. Без рывка она ничего себе не представляет. По большому счету. Ну куда ты лезешь, титька тараканья, а? Есть. Нагнул, ребятушки, я всех. Нагнул и причесал. Так, что у нас тут? У нас тут, скорее всего, надо вот это, ребята. Хотя можно было бы, наверное... Нет, байк не будем брать. Нафиг этот байк, мы же с тобой... Это что? Фига, смотри. А, так у него что? Ты посмотри. У него что, автоматически какие-то, я не знаю, эти попрыгульки? Ему не надо покупать прыгающий, как сказать-то, не агрегат, а этот. Ой, засмотрелся, друзья. Я засмотрелся, вообще не знаю, куда смотрю. Я просто вижу, что у меня машина уже переворачивается. Блин, вот дурак, а. Да, ребят, засмотрелся на самом деле. Да это уже ничего не решает. 5 баллов. А, еще гонка. Да все равно, наверное, ничего не решает. 5 баллов. Как я так, блин... Не пойму. Просто, ребята, засмотрелся и все. И тачка перевернулась, блин. Конечно, обидно. Обидно, блин, до слез. Ну, фиг ли сделаешь. Фиг ли сделаешь. Ну что, ребятушки, у нас последняя гонка на сегодня. Ой, ладно, в принципе, на ней нормально будет. Поехали. Но масл карда еще и с этим. Ну тут понятно, ребят, тут шансов ноль, по-моему. Единственное, что нам поможет, наверное, если... Уже ничего не поможет. Уже, друзья, ничего нам не поможет. Все, он уже куда-то, я не знаю, улетел в Поднебесную где-то. Я его даже не вижу. Вон он стоит. Но! Подожди, а как... Постой-ка, а как он... У него же крыши нету? Нету. Так, погоди-ка, я не понял. А как же он тогда... Так... Он нагнулся, друзья мои. Вот крыши у него нет. Я почему про крышу-то и спросил, думал, как он там проехал все эти трубы и ни разу не врезался чайником об них. А оказывается, врезался. И он, причем врезался он это при нас. Ну посмотри, как он начинает, ребята, старт. И я тебе еще раз говорю, ему нужно обязательно ловить горючее. Без горючего он никто. И ничто, и звать его никак. Подожди, это не желтый подвал, нет.
Если он чуть-чуть где-то замешкается, еще он аккуратничает, ребят. Он аккуратничает. А почему аккуратничает? Потому что ему нужно горючее, ребят. Пипец! Перед финишем! Так, ну я все равно первый. Нет, это, друзья, не последняя наша была гонка. У нас последняя гонка вот сейчас будет. Но я, наверное, зря взял супердизель. Это же болото, это же крокодилы, это же... Это же трэш. Ладно, я попытаюсь, ребята, из этого трэша вылезти как-нибудь, каким-нибудь образом. Тут еще фура у нас. Конкурент. Шикарнейший получилось, ребята, шикарнейший. Так, ну что ж, давай ехать дальше. Так, хорош, хлопчик, ну, отвянь. Наруто, ё-моё, сейчас уши оборву, блин. Да Кикимора ты болотный. Я еще думал, блин, хотел же еще передом, думал, дай-ка передком врежу специально. Ну, вот, типа такого вот сделать. Супер фляг, блин. Но пока я там обдумал мою стратегию, он уже просто размазался в этот момент. В этот момент у меня аж в горле, блин, комок встал. От волнования. Разволновался, короче. Ну да, ребят, сам виноват, короче. Но, тем не менее, все равно должно быть первое место. Оп, кульбитик такой сделал. Да, ведь первое? Ну, конечно, первое место, ребята. И мы с вами забираем. Оба-на. Оба-на угол шоу. Так, монетный ускоритель. Так, что у нас тут? Давай, поехали. Давай вот так вот. С кем там соревнуюсь, вообще не пойму. Опять? Так, ребят, горючее надо было... Взял. Ну и прекрасно, ну и прекрасно. Все, здесь нормально у нас бонус. Так, вот здесь, пожалуй, в горах... в горе я возьму... Багги. Я смотрю, я не один здесь такой. Почему я баги подскакивают до поднебесной, до самой? Давай, 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 давай. Так, ну здесь мы поднялись. Хорошо, отлично. Ой. Ну здесь, друзья мои, да. Здесь я, конечно, чутка ужанулся. Опа. Блин, он-то заехал, а я-то. Прикинь, я не могу заехать, ребят. А я не могу заехать. Тут слишком крутой такой этот подъем. Он-то за счет крыльев там, ну как тебе объяснить-то, выехал. А у меня нет крыльев, и все. И финита ля комедия, ребят. Ну, на тракторе-то, конечно. Да еще и на непрокачанном. Ладно. Да еще и без крыши, ребят. Ой. Это прям, блин, камикадзе какой-то. Эть! Слушай, ну нормально. Нормально. Ну а тут уже... О, да ты что, серьезно что ли? А, тут... А он-то почему я... Зашибись. Ну, друзья мои, мне и восьмого места нормально, в принципе. Да? Да. Так-с. Все, друзья мои, и что тут? Шона, ну что за... Вступить. И чего? Продолжить касание. Ну. Но...
Так, блин. Да заедь ты. О, заехал. Так. Сто девяносто девять метров. Нормально. Все? Подожди, О, вот, ребят, я же говорю, гран-при, новая тачка. А что надо было сделать? Ну-ка, подожди. Фига, у кого-то там полетел шарик, ты видел? Вон там чей-то шарик катится. Но практически одинаково. Ух, ничего себе, ребята. Забульбенил. 352 метра, ну хоть... И где я? 62-е место. Но тут, друзья мои, насколько я могу понимать, здесь решает просто-напросто мастерство. Ну как мастерство? Чисто везение, кто как бомбанет именно по мячику. Тут не от скорости машины зависит, именно как ты удачно по нему ударишь. Если очень хорошо ты по нему ударил, он далеко уехал, соответственно, там тебе начисляются баллы. Но, в принципе, такой ивент довольно неплохой, ребят. Ну что, друзья, на сегодня будем, пожалуй, закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!